В Москве шахматный робот сломал палец мальчику во время шахматного турнира. Мальчик сражался на турнире с роботом. Во время игры чес-робот схватил его за руку. Машина сильно сдавила палец школьника. По словам вице-президента столичной федерации шахмат Москвы Сергея Смагина, серьезных травм нет, ребенок нарушил правила. Маленькому игроку наложили гипс, но с ним все в порядке, он вышел на награждение, у школьника перелом. Робот съел одну из фигур маленького шахматиста и как раз ставил на это место свою. Ребенок поторопился сделать ответный ход. Машина схватила его указательный палец и очень сильно сдавила. На помощь поспешили окружающие и освободили мальчика, но ему пришлось наложить гипс. Есть правила безопасности, ребенок, видимо, в цейтноте их нарушил, и когда делал ход, не заметил, что надо было подождать, заявил Смагин. Он сказал, что робот продолжит участвовать в турнирах, но, возможно, придется установить дополнительную систему защиты. Эта машина играет на протяжении 15 лет, такой инцидент происходит впервые.